Как тебя зовут? Привет, меня зовут Каримов Умед. Расскажи, откуда ты родом? Я родом с Памира, с Горно-Водошанской автономной области. Приехал с Москвы, как бы представляю клуб 18 под руководством Мирзоева Джавида. Как бы буду выступать по ММА. Угу. А расскажи вообще, какие у тебя планы в перспективе в карьере? Где бы хотел бы выступить, ну, в крупной организации? В дальнейшем давайте поживем сразу, не будем припрыгивать вперед, как бы, да. И, конечно, в дальнейшем планирую, как бы, на кулачке, честно говоря. Но ММА — это уже, как бы, личная профессия, да, можно сказать. Ну что, желаем тебе тогда удачи, ждем яркий бой от тебя. Всего доброго, до свидания. Дорогие друзья, представляю схватку по грэпплингу. Весовая категория до 75 килограмм. И приглашается боец, представляющий город Гатчина. Приветствуйте, Борецкий Егор! И его соперник остается боец, представляющий Памир. Он представляет клуб 18, клуб город Москва. Приветствуйте, Каримов Умед! В этой схватке победил боец Каримов Умед.